Третьи сутки подряд Крым устанавливает антирекорд по числу зараженных коронавирусом. 271 новый случай зарегистрирован в соседней республике за минувшие сутки. О чем на своей странице в социальной сети ВКонтакте сообщил руководитель региона Сергей Аксенов. 231 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 40 среди контактных по ранее зарегистрированным, написал глава Крыма. Всего с начала года коронавирус в соседнем субъекте Федерации подтвержден у 17 109 человек, выздоровевших за весь период 12 852. Общее число летальных исходов достигло 334. За 6 декабря там зарегистрировано 6 смертей пациентов с ковид, о чем сообщило региональное министерство здравоохранения. Еще 3 человека скончались за минувшие сутки в Севастополе. Это следует из ежедневной сводки, опубликованной на сайте правительства города. Умершие – женщины 67, 76 и 82 лет. По данным на понедельник, зафиксировано 73 новых случая инфицирования. Всего за время пандемии в нашем городе заразились 4862 человека. 4343 выздоровели, из которых 27 за воскресенье. 143 человека умерли. В настоящий момент в стационарах находится 228 пациентов, в пансионате «Изумруд» – 107, на амбулаторном лечении – 221. Под наблюдением врачей остаются 573 человека. Это люди, которые контактировали с заболевшими, диагноз ковид у которых не подтвержден.